Baby, I go home. Gotta scream my name. Леди. Друзья, вот и состоялась эта встреча наша, очень хорошая. К нам опять в Ломоносов приезжал мой замечательный друг Арсен Мукензи. И это было что-то, да? Да. Как это тебе? Это было очень прекрасно. Мне очень понравилось. Спасибо тебе за приглашение. Вот, я с удовольствием всегда буду приехать в этот город. Замечательный город Ломоносов. Очень хороший. Друзья, у нас был замечательный концерт в ресторане «Биография». Смотрите, пожалуйста. А еще на следующий день мы были в студии у Николая Андреевича Soundline, вот в этом месте замечательном, и записывали просто прекрасные песни. Замечательно. Тебе нравится здесь вообще? Очень в студии? Мне нравится все здесь. Уютно. Тебе комфортно работать с Николаем Андреевичем? О, Николай Андреевич самый прекрасный звукооператор, звукорежиссер. Чувствуешь опыт? Есть опыт у Андрея Николаевича. Спасибо вам большое, Андрей Николаевич. Это Soundline и Ломоносовский городской дом культуры, дружище. Да, приезжай, да, еще. Обязательно. Да. Приглашайте еще. Да. И в этот же день уже вечером у нас состоялся прекрасный концерт уже в моем музыкальном видеопроекте, в нашем музыкальном проекте «Апельсин в Евразии», да? Да. Скажи, а есть ли какая-то разница между биографией и Евразией для тебя? Где тебе было комфортнее выступать? Везде мне было комфортно. Ты человек мира, что ли? Да, единственная разница была, ну, это Евразия и это биография. А, название. И все, название. И все. А остальные, все. Какие планы на будущее у тебя? Планы на будущее очень много. Есть еще концертов везде, в мире. Вот я еще здесь, в России, так что приглашайте. Ну, я обратно в Конго, у меня там есть 2 концерта в октябре. Mm-hmm. Вот в ноябре, скорее всего, приезжаю еще в Россию, так что вот еще есть планы. Да. Можешь нам всем тут рассказать о своей мечте? Вот у тебя есть мечта вообще какая-нибудь? Ох, это сложно сказать. Мечта Арсен Мукензи, давай. Мечта Арсен Мукензи. Это... Не говори, это... не говори никому, а то не сбудется. Ну вот, это... Это жить счастливо. Да? Да, все. Ты любишь солнце, наверное? Ну, солнце, для кого-то солнце это бредное, для кого-то солнце это счастье. Ну, как в Конго. Ну, ты в дождь себя чувствуешь, смотри, хорошо? Ну, хорошо, в Конго солнце. Ну, потому что я тебе плащ сегодня дал. Когда жарко, им нехорошо. Если бы я тебе плащ сегодня не дал, ты бы замерз. Ну, в Петербург. Ну. Значит, счастье это что? Это... Иметь друзей? Да. И плащ. И плащ. В трусах. Плащ в трусах. Все, нормально записали. Правда, мы там не успели, но ничего. Ну ладно, ничего. Что-нибудь там придумаем. Да, хорошо. Мне кажется...